Чи знайоме вам почуття ніяковості, коли потрібно сказати декілька слів привселюдно? А як підкошуються коліна, коли потрібно виступати перед аудиторією? Я думаю, що таке все от те, що я тільки що сказала, знайоме багато кому з вас. Що з цим робити, дізнаємось від Наталії Крошки, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Кандидатка психологічних наук, практична психологиня ДНУ імені Олеся Гончара. Доброго дня. Рада вас бачити, пані Наталі. Тож, з приводу того, як оволодіти собою, це, мабуть, серйозне питання, коли нам потрібно це зробити, і таких випадків зустрічається безліч у нашому житті, від звичних тостів, коли потрібно щось встати і проголосити, так, коли хочеться когось привітати, і до таких серйозних виступів, які у нас можуть теж бути, коли ми студенти, наприклад, школярі навіть, це біля дошки виступи, і можуть бути просто заняття, на яких теж потрібно виступати. І багато людей ніяковіють і не знають, що з цим робити. Тож, від чого залежить таке сприйняття того, що ви перед аудиторією, взагалі чому одна людина може це сприйняти, а інша ні? Дякую за запитання. Этот феномен объясняется еще с давних времен, когда человеку нужно было выступать публично, его могли забить камнями, то есть до смерти. И поэтому человеку выступить перед аудиторией, перед публикой, страх приравнивается к страху смерти. И поэтому, насколько иногда человеку страшно выступить, страшно прям до смерти. Поэтому... Это мы пронесли вот так роками, пронесли, так, веками. Да, именно так. И поэтому бояться выступления вполне основано, объяснимо, потому что организм, психика человека защищается тем самым. И важно понять, что за этим страхом стоит. То есть страх осуждения или страх непринятия публикой. И если, например, страх осуждения, то это абсолютно тоже нормально, что можно столкнуться с противоположным мнением, можно столкнуться с мнением, которое противоречит тому, которое собирается человек доложить, да, в этом докладе или это выступление, что бы это ни было. Вот. И я работаю со страхом публичных выступлений, и у меня был студент, который боялся выступать перед аудиторией, перед, ну, перед своим классом. Я работала со страхом, у него был страх, что его не воспримут, то есть не примут его как вот ту тему, которую он хочет доложить. Угу. И я работала с метафорическими образами. Я его попросила представить, что это за страх, как он мог бы выглядеть. Он его представил в виде такого облака серого. Потом мы его нарисовали, и я спросила, что он бы хотел с этим сделать. Он сказал, ну как, ну пройти него. Я говорю, так давай, пройти. И он прошел вот этот вот, это облако страха. Я спросила, как ты сейчас, дыши? Он говорит, сейчас намного лучше. То есть психика не различает прошлое от настоящего. И когда мы в настоящем возвращаемся в прошлое или представляем тот страшный опыт, который мог бы быть, то есть страх перед тем, как, ну, не примет тебя публика, что будет с тобой? Как ты побьють обов'язково, камінням закидають. В наше время, в современном мире уже никто не забьет камнями, поэтому все мы, слава Богу, останемся живы. Просто некоторым людям это настолько страшно, что кажется, что это просто непреодолимо. Пані Наталі, ну от я хочу теж з вами пропрацювати. Ну, наприклад, так, візьмемо до уваги те, що кожен з нас може, наприклад, зіштовхнутися з таким страхом. Наприклад, от ми виходимо там, ну, можливо, нам потрібно захистити дисертацію, так? Так? Нам треба вийти перед аудиторією, перед комісією, так? І розповісти, докласти те, що ми вже підготували. Чого ми боїмось? Ми боїмось, ми готувалися, ми все зробили, ми пропрацювали, такий великий об'єм роботи зробили. Чого ми можемо боятись? Ми можемо боятись, що нас не сприймуть? Навряд чи, тому що нібито тема актуальна, і ми про це будемо говорити, ми будемо докладати. А чого ми можемо боятись? Те, що нас не сприймуть, нас все одно будуть сприймати, тому що ми для цього тут і є, тут і знаходимось. Тому яка ще може бути причина побороти той страх? Ну, насправді він є, але ж видно, що його не повинно бути. Страху немає, насправді, якщо розібратись. Але страх є. Але є, так. Я можу відповісти на це запитання. Страх може бути неопределеності, неізвісності,
неизвестно, что будут задавать, как отреагируют, кто будет, то есть неизвестности. Поэтому очень хорошо, вот есть такая техника для ораторского искусства, прийти в это место, где будешь докладывать, походить его, прочувствовать, протрогать, да, вот эту кафедру ее там погладить как-то, посмотреть вокруг, то есть почувствовать это место, чтобы вот этот страх неизвестности немножко снизить. А желательно, конечно, познакомиться с людьми, которые будут, то есть как-то с ними заочно познакомиться, возможно, там фотографии их увидеть, имя, отчество, кто чем занимается, чтобы как-то с ними наладить уже какую-то связь, какой-то контакт. И когда мы уже видим знакомые лица в аудиторном, становится немножко скажуть, лучше. Валити будуть, так? Ну, от як студенти говорять, будуть валити 100%. Так. Не дадуть вам можливості захиститись з першого разу. І ви, можливо, про це знаєте. Тому треба теж готуватись, і тут, мабуть, вже людина готується з острахом, бо вона вже точно знає, що будуть і провокаційні питання, і, може, інша точка зору, і так далі, і так далі. Тоді треба відстоювати свою, і, мабуть, готуватися ще краще, так, для того, щоб той страх пішов геть. Да, кому-то это будет, наоборот, стимулом одному типу людей. То есть это будет стимулировать, что я могу не защититься, мне нужно лучше, мне нужно как-то больше знать. А для другого это может быть таким вот, наоборот, откатом. Ну, раз этого не будет, ну, а зачем тогда что-то делать и стараться? Ну, то есть если этого не произойдет, тогда я и не делать ничего не хочу. То есть тут зависит еще личность. То есть насколько личность ориентирована на результат, на успех, либо же есть страх неудачи. То есть страх преодолеть себя, либо страх, наоборот, откатить назад и бояться неудачи. Так, ну от, мабуть, з цим другим треба працювати. Якщо людина готувалася і щось знає, і зробила багато чого, то боятися, що не сприймуть, і я через те не піду, то тут, мабуть, складніша вже історія, складніша ситуація. Які рекомендації в такому випадку можуть бути? В такому випадку потрібно, наоборот, підбодрити чоловіка, сказати, всі через це проходять, розумієш? Ну, є люди, от ті, які пройшли, і вони живі, і вони, якби, от вони реальні, тому у тебя должно быть все хорошо, ты молодец, ты сделал вот это. То есть возвращать человека в его реальность. То есть ставить акценты на том, что у него уже есть в настоящем. То есть обращать внимание на то, чего он уже достиг, чего он добился. Есть вот это. Ну, вот давать ему ресурс. То есть если для некоторых более самоуверенных людей с повышенной самооценкой, их нужно наоборот немножко вот вниз, ну так, чтобы немножко их приземлять, то те, которые уже на земле, их нужно немножко подбадривать. То есть тут нужно смотреть на особенности личностные, да, и знать, или подбодрить, или наоборот, вот начать его больше стимулировать. Але ж, знаете, это добре, если вы разумеетесь на этом, если вы трошки психолог, а если нет, есть, насправді, много родичів, батьків навіть, які можуть невчасно сказати те, що потрібно дитині. І можуть навпаки забити дитину. Ну, це так в лапках, але насправді дитина потім буде погано себе почувати і не знатиме, куди їй йти. І тому треба формувати особистість, щоб вона вже сама розуміла, де на що звертати увагу, а на що не потрібно. От якщо в людини настільки низька самооцінка, чи може вона самотужки піднятись? В том случае, который вы назвали, это случай достаточно тяжелый и сложный, и желательно такому человеку обращаться за помощью. Это может быть помощь как, не только специалиста, психолога, это может помощь друга быть, друзей, как-то поддержку черпать от них. И я бы рекомендовала таким людям искать опору в себе, искать опору в своих чувствах, в своих переживаниях и на это опираться. То есть если пока человек шатается, его еще и расшатывают при этом, то есть он как бы сам такой еле стоит, а его еще начинают дошатывать, то есть в этот момент нужно себе найти, где как лучше, вот, чтобы было вот как-то покомфортнее, поудобнее сесть. То есть найти самого себя, эту точечку опоры, на которую можно будет опереться и выстоять. Угу. Ну, це, мабуть, теж дуже складна робота. Мабуть, це тільки вийде у тих людей, які вже сформовані хоча б трошки, які розуміють, що насправді відбувається, так? Які можуть піднятися хоча б трохи. Тобто тут ми говоримо про той приклад, коли у людини вже є половинка. Ну, тобто ми говоримо про тих людей, які вже пропрацювали, вже пройшли той шлях і можуть працювати над собою далі. Ось я, мабуть, думаю, що це так, так, Наталія? Як так. Ви думаєте? Да, я з вами соглашусь, но то имеет большое значение осознанность, то есть насколько человек осознанный в своих переживаниях, в своих чувствах. Если он
только на этапе первичном, да, понимания себя и ушел немножко дальше самого себя, тогда ему нужно возвращаться в эту осознанность, и это, конечно, работа над самим собой. Угу. Ну от ми повернемось, мабуть, до тих практичних порад, про які ми сьогодні хотіли з вами поговорити. Якщо є страх виступу перед дошкою, наприклад, так? Вийти до дошки, щось розповісти перед класом, перед невеличкою аудиторією, так? Далі цей страх переходить в доросле життя. Чи можна на тому етапі зробити над собою зусилля і побороти той страх ще тоді? І яким саме чином? Що ви порекомендуєте? Мається на увазі практичні поради. Тобто ви вийшли до дошки, куди вам треба дивитись, як працювати над собою? Так, да, я обов'язково відповім на цей питання, але я би сказала немножко йти чуточку назад. Тобто почати вже боротися зі страхом до періоду підготовки. Тобто почати готуватися, наприклад, до цього докладу або до цього семінару. І вже в процесі підготовки знати цей матеріал досконально. Тобто в цій темі потрібно добре розбиратися, добре в ній розуміти, потрібно отрепетувати свою річ, проговорити її перед зеркалом, тобто, ну, висказати, тобто дати цьому слово. І коли з цією підготовкою у людина відбувається, приходит уже такая себе ассимиляция этого опыта, и он становится более уверенным в своей теме. И когда он идет выступать перед публикой, есть такие простые рекомендации в виде таких упражнений. Одна из них – это представить, что зрители, вот этот вот класс или аудитория – это дети в детском садике. Это вот как-то вот так расслабляет, что… Главное не смеяться, так? Ну, кто-то такие, кто-то еще какие-то. Да, ну если даже это будет смех, но он будет такой положительный, приятный, то это тоже такое восприятие людей, как маленьких детей, и легче объяснять, и как-то понимаешь, что эти дети не будут критичны, эти дети не будут с никакими ожиданиями ко мне, то есть они более располагают уже ко мне. Ну, детям же проще объяснить, чем взрослым, каким-то напыщенным людям, да, которые при своем мнении, которые обязательно будут отрицать. То есть поэтому это легко сделать? Мне кажется, что это, ну, просто неимоверно складно сделать. Уявите, что вчителька, может, там маленькая девчонка. Вот твоя вчителька маленькая девчонка. Ну, я не знаю, что те такие уже дорослые люди, солидные люди, маленькие хлопчики. Ну, вот как можно уявить себе так? Можно себе. Можна. Ну, я собі зараз уявляю, ну, не знаю. Також можна представити, що, наприклад, це твої близькі друзі або якісь родственники. Тоді це теж важливо, щоб внутрішнє відчуття було більш спокійне. Тобто в цей момент, коли ми починаємо представляти аудиторію якихось своїх близьких, тоді ми починаємо розслаблятися. І цей рівень напруження знижується, рівень впевненості піднімається, і наш доклад від цього становиться краще і цікавіше. Угу. Есть также техника, когда мы уже выступаем, то найти в конце аудитории там, на стенке там, точку и вот смотреть в нее. То есть стараться не смотреть на людей, потому что они могут вызвать разные мысли, чувства и отвлечь немножко от темы, которую докладывают. Поэтому найти эту точку, смотреть в нее и говорить... Как бы вот в эту точку. Хорошо, например, если будет в зале поддержка, кто-то из близких, сестра, брат, подруга, там, парень, что можно было тоже обратиться вот к этому человеку визуально, увидеть какие-то жесты одобрения, покивания, и это тоже может быть поддержкой извне. Поэтому вот такие маленькие техники. Такие рекомендации, а вони працюють, так? Конечно. Чи бачили ви результат? Ну, цієї роботи. Як потім людина може себе почувати, вже пройшовши шлях і уявивши собі, наприклад, ту крапочку десь на стіні? Конечно, да. Вот тот пример, который я приводила со студентом, да, с моим клиентом, который прошел через этот страх. Какой результат? Он стал выступать перед своей группой. Я не могу сказать, что можно лишиться полностью страха. Это и не нужно. То есть страх должен быть. Страх, он как стимулює трошки. Да, как стимул, как двигатель. Поэтому он как бы должен быть. Здоровый страх небольшой должен быть. Это нормально. То есть нужно воспринимать, что то, что мне страшно, это нормально. Главное идти и начинать свою беседу, ну вот свой доклад вот с первого предложения. И дальше идет уже как должно быть. А взагалі ораторами ж не всі народжуються. Тобто прям от бути таким фахівцем в цій справі, це, мабуть, всім і не потрібно, але головне тут не розгубитись. А от розгубленість, якщо людина, наприклад, вже розгубилась, вийшла перед аудиторією, почала говорити і все.
і не може сказати вона слово, не може далі продовжити. Чи є рекомендації, що робити в такому випадку? Да, иметь такие на карточках тезисы своей речи, то есть чтобы можно было достать и как-то вернуть свой взор, свое внимание на вот эти вот тезисы. Конечно, хорошо при себе иметь, можно даже не пользоваться, но распечатанный материал этого. То есть если уже совсем растерялся, то хотя бы прочитать уже, дочитать уже свой доклад, хотя бы чтобы не совсем было. То есть чтобы какие-то были помощники. И можно к ним не опираться, но при этом знать, что они есть, я смогу туда окунуть свой взор и свою память и восстановить это все, что было, и продолжить своє виступлення. Мабуть, зібратися. Тут треба що зробити над собою зусилля, зібратись і продовжити. Бо є випадки, коли люди так і не знаходять в собі сили, зібратись і почати по новій. Не залишатись на тому самому місці і не провалити все, а зібратись і піти далі. Тут, знаєте, багато залежить, мабуть, від кожної людини, але ж дуже хочеться, щоб те, що з нами відбувалося в нашому житті, щоб воно було успішним для нас, щоб ми всі розуміли, та робота, яка пройшла, вона повинна йти, і вона не повинна пройти просто так, дарма. Ця робота повинна принести успіх, тому що багато зусиль було потрачено. Я вам дуже дякую, пані Наталію, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, цінні рекомендації ми всі почули. Я так думаю, що треба ними користатися обов'язково. Якщо це студенти, чи школярі, чи просто люди, яким це потрібно, то, я думаю, вони залюбки будуть це робити. Візьмуть собі до уваги. І, звичайно ж, хочеться побажати усім гарного настрою. Будемо прощатись, зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.